Будет третья и последняя попытка, но чтобы вам не было так скучно на это смотреть, я сочинил небольшую веселую песенку. Вот, надеюсь, вам понравится. Дальше я попробовал еще разок, ждал попутку и потом подъехал дедок. Он был очень мил, погладил мне сиденье. Мне не было страшно, так как он священник. Ехали мы долго, были странные звуки, как будто кто-то из багажника кричит от муки. Дедуля очень быстро успокоил меня, прочитал молитву при этом руля. Говорю еще раз, я слышал звуки. Дед же заявил, что это лишь глюки. В середине пути я кое-что поняла, он явно извращенец, надо двигать коня. Выпрыгнула из машины в чащу леса, подбежали волки и съели меня.